это оператор. Приближается оператор. Здравствуйте. Сканирую. Сканирование показывает, что ваши умственные способности снижены. Это должно помочь. Вам следует быть внимательнее.
стараюсь. Приближается оператор. Здравствуйте. Пониженная гравитация.
Отлично. Я боялась, что поврежден главный двигатель. Можете скачать чертеж с терминала Шоу. Тогда мы сможем создать ключ-активатор. Нормальная гравитация. Здравствуйте, доктор Ю. Вероятно, вы меня не заметили. Thank you.
Морган, Алекс вас запер. Снять блокировку я не могу. Но я обещала вам помочь. Так что слушайте. В хранилище данных есть модули, которые можно выкинуть в космос. Это резервное хранилище информации. И ваш путь наружу. Загляните в мой терминал. Там найдете программу, которая откроет одно из хранилищ. Как только войдете, ищите ручное управление. Тогда выберитесь в космос, как я. А если сумеете вернуться, помните, за вами должок. Убейте гада, который причинил вред Эбби. Не то мой призрак не даст вам покоя. Здравствуйте. Передвигаюсь. Thank you.
Пониженная гравитация. Они боятся. Успокоительная помощь? Нет, нельзя мешать формированию памяти. И закрыты, но есть проход через грузовой отсек. Воспользуйтесь им. Думаю, вы сможете вернуться на станцию. Вижу, вы выбрались из вашей тюрьмы. Может быть, даже пытаетесь сбежать, как я. Там небезопасно. Но вы это знаете. У вас болит голова? Есть видение? Это не жар и не галлюцинации. Горизонт надвигается, рассекая космос. Если мы будем тут, когда он появится, он кричит так громко, что мы его слышим. Он еще далеко, но все ближе. Он съест вашу тюрьму и всех на ее борту. Но это не утолит его голод. Интересно, куда он двинется дальше? Увидимся скоро в вашей тюрьме, Мью. Это доктор Дайо Игве. Обращаюсь ко всем, кто рядом. Послушайте. Кислорода мало, а скафандра у меня нет. После аварии в грузовом отсеке я вынужден закрыться в этом контейнере. Но я не могу пристыковаться к станции. Thank you.
Стоп! Стоп! Что вы делаете? Прекратите, черт побери! Этот раз я записываю. Вы тоже, Эмма? Все в порядке. Даниэла с нами. Она прикроет нас, если что. Она согласилась? Мы договорились. Мне тоже пришлось кое на что согласиться. Это доктор Дайо Игве. Это мои последние слова. Кислород на исходе. Мне осталось несколько минут. Мне показалось, что кто-то прошел мимо. Наверное, мои пустые надежды. Жители Земли. Мои теории верны. Псионика существует. И базы данных Талоса это подтвердят. Кроме того, мы не одни во Вселенной. Я эвакуировался с Талоса в связи с появлением чужих. У них есть псионические способности. Такие, каких я не мог даже представить. Если бы... Майя, жаль, что ты этого не видишь. Я встретил Лейтнера. Я мог бы сыграть для тебя, как он. Но его больше нет. Как и тебя. Как и многих других на этой станции. Такая потеря. Полагаю, что этот саркофаг будет вечно дрейфовать в точке Лагранжа. Не зная массы Талоса, не могу сказать с уверенностью, какой будет Земля, когда мой пепел опустится на ее поверхность. Я вас вижу. Мы заперты в грузовом отсеке. В безопасности. По крайней мере, пока. Попасть внутрь будет непросто. Шлюза больше нет. Взрыв все уничтожил. Попробуйте использовать грузовые контейнеры. Лазар,
Шлюзы на Талосе закрыты, но есть проход через грузовой отсек. Воспользуйтесь им. Думаю, вы сможете вернуться на станцию. Обращаюсь ко всем, кто рядом. Послушайте, кислорода мало, а скафандра у меня нет. После аварии в грузовом отсеке я вынужден закрыться в этом контейнере. Но я не могу пристыковаться к станции. Системное оповещение. Необходимо свяжитесь с квалифицированным. Выбрались из вашей тюрьмы. Может быть, даже пытаетесь сбежать, как я. Там небезопасно. Но вы это знаете. У вас болит голова? Есть видение? Это не жар и не галлюцинации. Горизонт надвигается, рассекая космос. Если мы будем тут, когда он появится, он кричит так громко, что мы его слышим. Он еще далеко, но все ближе. Он съест вашу тюрьму и всех на ее борту. Но это не утолит его голод. Интересно, куда он двинется дальше? Увидимся скоро в вашей тюрьме, Мью. Морган, я вас вижу. Мы заперты в грузовом отсеке. В безопасности. По крайней мере, пока. Попасть внутрь будет непросто. Шлюза больше нет. Взрыв все уничтожил. Попробуйте использовать грузовые контейнеры. Станет моей могилой. Даже спертый воздух Талоса, пахнущий антибиотиками, кажется мне свежим. Спасибо, доктор Ю. Но я думал, и так я вижу, вы уже не бегаете, словно белка в колесе воспоминаний. Надеюсь, вы и придете за мной. Было бы здорово увидеть знакомое лицо. Я передаю код ящика, в котором нахожусь. Вы нашли доктора Игве. Он работал в лабораториях симуляции и психотроники. Он может помочь.
но вряд ли одобрит вашу цель, несмотря на то, что ему пришлось пережить. Однако замечу, что он всегда восхищался вами и Алексом. Абигейл, на этот раз я записываю. Вы тоже Эмма? Все в порядке. Даниэла с нами. Она прикроет нас, если что. Она согласилась? Мы договорились. Мне тоже пришлось кое на что согласиться. Эй, Джессика, есть минутка? У меня выходной. Да, но может покажете мне еще раз, как стыковать контейнеры? Я пропустил обучение. Ах, Грант. Пожалуйста, если опять попрошу Гасса, он взбесится. Вы у терминала управления стыковкой? Да. Сначала введите номер контейнера, который хотите пристыковать. А где его взять? Грант, посмотрите на контейнер. Номер на нем. Когда введете его, появится меню. Выберите вариант пристыковать, вот и все. Контейнер сам стыкуется, да? Да, Грант, он сам это делает. Это беспилотники. И... открыть, наверное, открывает контейнер. Да, но его нельзя открыть одновременно с двух сторон. Поэтому зона погрузки герметична, даже если грузовой отсек открыт. Ладно, кажется, я понял. Спасибо, Джесс. Джесс, вы там? Ладно, пока. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером.